Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу похвалиться. Вот такую щуку сегодня Сережа поймал. На 600 грамм. Ой, ой, как она пахнет, если бы вы знали. Такая скользкая. Он ее чуть не упустил. Вот такую красотку. Я давно хотела, чтобы он поймал щуку. Из нее можно сделать очень вкусные котлетки. Сейчас я ее пойду почищу. И можно прокрутить на мясорубке ее для фарша. Ой, такая скользкая, просто вообще в руках не удержать. Вот такая вот, ребятки, щука. Вот такой улов. Ну, а это мелочь он еще наловил. На уху или на таранку. Опять тут у него окуни и красноперочки. В общем, вот такие вот новости, ребят. Всем пока, до свидания.